Значит, вот мы видим аквариум со скаляриями. Значит, это производители сидят. Самое феноменальное, что жесткость воды 16 градусов, pH 8. По идее, при таких условиях, по всей теории, ничего не должно было получиться. Вот видно, как они реагируют на меня. Вот видно, недельный малек ходит. Значит, папаша охраняет. Вот мама здесь появилась. По брюшку видно, что мама скоро снова на сносях будет. Давайте ее покажем. Вот так видно, да? Что брюшко у мамы довольно-таки округлое. Набранная икра. Вот. Не рестятся они. Как у нас в данном случае стоит, значит. Имитация анубиаса, лихимодоруса, то есть аквариум должен быть стерильный, желательно, чтобы ни грунта не было с большим количеством органики, чтобы никакой мусор не задерживался, потому что и так видно, да, что вот есть отходы вокруг фильтра, например. Но в данный момент мы сознательно не лезем в аквариум, дабы не расстраивать родителей. А то у них бывает такое, что если кто-то мешает, то лучше мы сами съедим, чем кто-то. И потомство съедают. Вообще оптимальные параметры — это жесткость до 9, pH 7, 7,5. Вот я говорю, здесь pH 8, это уже приближенная pH критической. Мало какие рыбы, даже маловицы любят такую воду. Ну вот, тем не менее, вопреки всему, данная пара при подобных показателях воды не рестится, видно выход, все. Икру оставляем прямо в общем аквариуме с производителями. Вот. Они сами ее выхаживают, сами ухаживают, охраняют. Даже от нас, видите, вот я с камерой стою, но тем не менее, то есть реакция такая, что... Своих в деле охраны потомства нет. Вот аквариум 150 литров. Так как есть расхожее мнение, что вот там маленьких не рестятся. Ну, конечно, теоретически им должно хватать 40 на 40 на 40. Но в свое время, когда я подобные эксперименты проводил, то есть почему-то в таком аквариуме они не реститься никак не хотели. То ли, может, потому что привычка все-таки к большему объему. Может быть, еще что-то им не нравится, но в теоретическом аквариуме они не рестятся. Значит, вот еще один пример из разряда, что аквариум — это очень дорого, проблематично. То есть вот в случае, если нет возможности приобрести помпу,
Но есть компрессор, делается вот такой аэролифтный фильтр. Да, как видите, здесь взят контейнер. Вот, пластиковый, в разовой упаковке, можно такой приобрести. Мороженое в таком расфасовывают. Все. Труба, внутри которой стоит распылитель от компрессора. И, значит, током воздуха осуществляется движение воды в аквариуме. Значит, мы насыпаем мелкую гальку фракции 3,8 мм и плюс мелкую фракцию песка